Сигнал о пожаре спасателям поступил в 21:30. Незамедлительно группа выехала на вызов. На месте огнеборцы определили общая площадь огня порядка 200 квадратных метров. На месте ЧП работали 4 бригады спасателей, карета медицинской помощи, а также наряд сотрудников МВД. В течение нескольких часов пожарные гасили пламя. Сегодня вечером на пульт Центра пожарной связи города Ялты 2-го ПСО поступил сигнал о загорании двухэтажного дома по адресу улица Весергофа, 12, двухэтажный дом. Сразу было отправлено два отделения 9-й пожарно-спасательной части. По прибытию на место горел весь второй этаж одной половины здания. Площадь ориентировочно была 200 квадратных метров на момент пожара. Огонь полностью уничтожил второй этаж и кровлю 16-квартирного жилого дома. Люди успели покинуть объятые ядовитым дымом помещения еще до приезда спасателей. Жертв нет. Тушение пожара затруднялось также и погодными условиями. Штормовой ветер скоростью 25 метров в секунду перекидывал огонь на близлежащие объекты. Однако, благодаря слаженным действиям специалистов, новых возгораний удалось избежать. Смотрю телевизор, кабель, это самое, телевизор перестал работать. Вышел на улицу, смотрю, дым, огонь. Водопровод водой, чтобы уже крышу мочили, чтобы сюда не перешел огонь. Потому что стал сюда. Сюда стал огонь и падает все на крышу. В результате пожара без жилья осталось более 30 человек, включая 3 детей в возрасте до 15 лет. В настоящий момент решается вопрос о предоставлении продовольствия и теплых вещей пострадавшим. На неопределенное время людей, потерявших свои дома, разместят в пансионате Дом творчества писателей имени Чехова. Причины возгорания пока неизвестны. Ведутся следственные работы. Егор Зайцев, служба новостей, ИТВ.